бабочка. Он это честный, ваш... хороший парень. Я считаю, что он невиновен. Ой. А, потому что ваш работы нема. Не вино. Моего сына они обокрали. И взяли. Я считаю, он честный, хороший мальчик. Не при преступнике. Я его знаю 20 лет. А вот там просто оказался не в том месте. А почему он не получил туда? Да потому что работы нема. Как вас зовут? Да. Николаеве нету, детям работать было. А вы, Алла Алексеевна, скажите, вы как вот 8 лет вашего сына сейчас посадили на 8 лет? 8 лет? Пусть они себе... Я не хочу... Вы согласны с решением суда? Нет, я не согласна. Они моего сына обворовали и с целью ограбить его, а они накинули это сепаратизм, вот эти вот все эти самые... Но он же есть. Но он же был там. Ну что, что был? Ну что, я была... Так что, меня на, 100, на 10 лет судят. Вы считаете, охранником пушили на моральной работе? А это народная, не террористическая организация. Они отстаивали своих жен, своих матерей, своих детей, своих дома, своих землю. Я считаю, что они правильные. Алла Алексеевна, то, что он был в форме, фотографировался... А он в форме не был, это уже сфальсифицировали. Но фотографии в форме с оружием. Сфальсифицировали. Я писала в Ленинский суд, как этот самый, как следователь СБУ Добрань ВВ, вот, он разговаривал в этом в коридоре и снимки, ксерокопии снимков объяснял фотографу, чтобы он гражданских делал ребят в камуфляже и желательно с автоматами. Это я лично слышала. Ваши действия дальше, что вы будете делать? Я написала сразу в Ленинский суд вот об этих действиях. Не, я говорю, сейчас, не, вот сейчас вот решение... после приговора. А, сейчас? Ну, посмотрим, посоветуемся с адвокатом, что будет. Я не верю ни в апелляционный суд, ни во что. Я думаю, что власть перевернется, вот тогда вот будет что-то решение.